после Петра, как бразильский сериал. И дворец переворот и много раз переживал. Первая Екатерина, стой, после нее был Петр Второй. Но Меньшиков не говорит Петра Первого, по факту он правил страной. Герцогиня Анна, потом Иван Шестой, он был внук старшей сестры Анны Иоанновны. Тут пришла Елизавета Петровна, ей было не особо интересно. Ее сменил Петр Третий, спасибо его тете Елизавете.